Зайдя на сервер после вайпа, я побежал к центру карты. У меня был план отстроить самый топовый отель с лифтами и электричеством, с турелями и всем комфортом. Но для этого мне нужно было очень так нифигово развиться. Ну, самое главное изменение, которое я сейчас заметил, это наличие карты. Ну, кстати, она стала немножко красивее, но какая-то тусклая. Мне срочно нужен лук. Тогда я просто буду разваливать кабины, фармил, которые будут сейчас домик себе пытаться отстраивать. Ух. Я действовал по моей беспроигрышной тактике. На старте нужно обязательно крафтить лук, чтобы собирать все ресурсы с фармил. Да почему? С первым моим убийством мне очень повезло. Я нашел топовый топор. Оставалось его немного реализовать и отстроить свою первую хижину. Тут, мне кажется, отличное место, только потому, что я сейчас смогу зафармить медведей. А потом, если что, наколочу еще дерево. И где медведь, которого я хотел зафармить? Куда делся медведь? Он возле меня ходил. Не мог же он просто исчезнуть? Медведя мне найти не удалось, и мне пришлось отправиться за топкой под сферу. Но я был не один такой. Минус 2. Бочки они мои рубят. Пока НПЗ плавила нефть, я решил подняться и залутать всю сферу. Тут есть ящики. Вот это, кстати, клевая штука. Если ее изучить, то можно карго залутать сразу. 4 трубы. Можно релики уже мутить. Железная решетка, кстати, она мне может пригодиться. Скраб. Трубы. Корпус на СМГ. Для старта нормально, в принципе. Первый верстак есть. Пойду знакомиться с моими соседями, которые отстраиваются. Ух. Привет. Он не улучшил проем. Давай, Димас, быстрее. Офигеть, сколько их там. Как только я увидел эту толпу, я понял, что хана. Хана им. Вау. Вау. Это наша территория. Мы тебя убьем. Офигенно я пофармил. Прям четко. В натуре классно. Найс. Отсосешь ты у меня просто. Встречу я тебя. Почему-то мне кажется, они меня не любят. Странно, почему? А вот и мой домик. Мой маленький, сочный, уютный домик.
Ящиков на сфере еще нет, поэтому я берусь за кирочку и начинаю отфармливать очень много камней и металла. И отстраиваю себе сразу бункер, потому что меня рейдить будут, я уверен. Соленье я, пожалуй, дома захаваю. Надо быстро идти лутать Север Бранч, пока мне недалеко бежать, и забирать оттуда синюю карту. Иначе потом я найти ее просто не смогу. Я надеюсь, еще никто не лутал Север Бранч, потому что мне сейчас очень сильно нужен скраб. Арбалет. Волк, мне нужен твой череп. Вы издеваетесь? Я так долго сюда бежал, чтобы увидеть, что карта залутана. Ты когда-нибудь умрешь вообще, нет? Встань, пожалуйста. Пожалуйста, встань. Реально, мне это очень нужно. Красавчик, сегодня однозначно мой день. Я переработал все ненужные ресурсы и побежал домой, так как впереди у меня были свои цели. Цели на развитие. И для этого мне нужно было полутать Север Бранч, так как там очень много вкуснях. Только не говорите, что вы снова залутали. Не залутали. Еще одна турель. И сопля. Мне кажется, мне даже и не придется изучать револьвер. Мне нужен срочно первый и второй верстак. Поставив первый верстак, а затем сразу же и второй, я скрафтил Томпсон и попытал удачу и сгонял на трейн-ярд, так как там был чинук. Не-не, братец, тебе надо ко мне идти. Минус один. Минус второй. И как бы много я их не убивал, их было в 5 раз больше. И домик стоял у них недалеко. Я особо не расстраивался, ведь у меня было очень много компонентов. Я скрафтил томик и побежал на еще один замес. Сейчас отбегу куда-то, скину все и вернусь обратно потом. Ночью сомневаюсь, что тут кто-то найдет. Я увидел фермера, взял свой револьвер, который я сныкал, и побежал за ним. Мне кажется, он по-любому к моей бочке подойдет. Hello. Ну ты, пацан, конечно, даешь. 3 патрона, ящик лута, спасибо. И когда я фармил метальчик, я познакомился с моими соседями.
Да вы рофлите, что ли, алё? Прости, дружище. Да я говорил, давай зеленку кину, а ты чё? Сори, что убил. У тебя есть бинтики? Я заберу твоего, типа. Я понимал, что меня вот-вот могут зарейдить, и мне нужно было строить мой новый бункер. Вот это мы должны сломать. Вот сюда мы вот так должны сделать. Вот сюда вот так. Неподалеку от меня строилась деревня, и она меня очень сильно заинтересовала. Я понял. Тип в антираде сюда забежал. Я понимал, что если я их не зарейжу, они зарейдят меня. И чтобы их зарейдить, мне нужны были ресурсы. Много ресурсов. Очень много ресурсов. Фармя попутно бочки, а также фармил, я собирал на третий верстак. Так, слушай, давай я заберу только то, что мне нужно, и подниму тебе. Окей? Да, давай. А мне нужна была только кнопка красная. Удачи тебе. О, боже мой! За мной пытались проследить клановые игроки, но я не давал им найти мои нычки. Еще один пур, вы издеваетесь? С них я навыбивал огромное количество лута. Я его спрятал и побежал лутать космодром. Такое... О, ветряк, вообще пуха. Пешка. Тесла. Тут, конечно, много насыпало всего. Скраб мне нужен был не только на третий верстак, но и для того, чтобы изучить всю электронику, так как я хотел автоматизированный отель. И эту штучку мы тоже обязательно изучаем. Тут моя опера, я ее призрак, не заделанного отофон бисма. Поставив наконец-то третий верстак, я был готов рейдить моих соседей. Ну то есть как готов, я готов был фармить серу на них. Мне кажется, у них надо выселять хотя бы одну базу. Хотя бы вот эту печку, потому что у него гаражки уже есть. Хотя я точно знаю то, что у него там... Офигеть, у него там лута, скорее всего. Этот потолок бахну и бахну дверь, и все. Прощай, лут. Мне нужно 14 сачелей. 14 сачелей это... 2,5... 3000 пороха? 6000 серы. В принципе, это не так уж и сложно, наверное. Куда бежит этот персик? Этот персик по-любому бежит домой. Есть вероятность, что он меня видел, потому что он так резко втопил налево. Ой, я патроны с собой не взял, но мне этого хватило. Понял. Это упоротая лягуха фармит, чтобы я его пахнул. Красавчик. Осталось 3000 серы найти и все. И можно выносить их. Нафармив достаточное количество серы, я поставил печки. И все, что мне оставалось делать, это ее наплавить. И пойду снова фармить. Пока у меня все плавится, я обязан нафармить очень-очень много всего, чтобы пробахать пару домов. И можно будет уже спокойно ехать и строить отель, потому что я хочу отстроить огромный пентхаус. А ресурсов у них, я уверен, что очень много. У меня тут все файтятся, все что-то делают. А мне нужно ставить куда-то чайные столы. Куда мне так их поставить, чтобы я мог
Отлично, бегать можно. Спустя, наверное, 30 минут я смог накрафтить 16 сачелей, и этого, по моим подсчетам, мне должно было хватить. Неужели я пойду кого-то рейдить? Прям не верится. А мне кажется, он добавил буферку. Ё-моё. Такое ощущение, что он меня услышал. Но. Я знаю, куда рейдить. Привет. Найс. Третий. Чувак. Офигеть. А зачем? Я тогда, получается, крафтил третий верстак себе. Бедная лягуха. Но это полнейший окуп. Это просто нереальный окуп. Просто вау. Самое трудное дело было сделано. Оставалось это все перенести. Большая печка, сколько тут труб. И как вы понимаете, места в доме у меня не было. Мне нужен ящик. Мои соседи, походу, на ходу размножаются. Нас уже сколько в пати находится? 7? Не, походу, я еще немного тут поживу и поеду вот сюда. Вот сюда, в свое соло плавание. Соседи, которые возле меня живут, не, конечно, круто, то, что они меня могут оборонять. Но как-то мне хочется отельчик построить. Ресурсов у меня просто миллиард сейчас будет. Это прям вообще бомба. Называется, один день не поиграл. Офигеть, что они там строят. А это что еще построилось тут? Из-за того, что у меня не было интернета, мне стало играть намного сложнее, так как все развились до самого топового уровня, пока я бегал с берданочкой. Но это меня не останавливало, ведь я был уже на полпути к моему отелю. Канидо, ты видишь его? Нормально так я с них поднял сейчас. Главное сейчас утащить это все. Скадил пофармить называется. И за питон тебе спасибо, братик. Ха, изи. Так, что мне надо переработать? Перерабатывать мне надо много всего. Это можно перерабатывать. Вот это можно... перерабатывать. Я думаю, если что, я могу калаши уже крафтить. Половина корпусов. Отельмейкер, грибы нужны? Тогда даю грибы.
Хорошие грибы из леса ты только что собрал. Почем продаешь? Будут грибы? Да, буду. Куп... Ну, аж... давай, вот, на, тебе гриб. На, почем возьмешь? А, я даже не знаю. Мне верстак второй нужен. Мне верстак второй нужен. Могу еще грибов дать. Слушай, грибов, смотри. Смотри, сколько у тебя грибов есть? Да фига, я весь забит грибами под завязку. Под завязку. Смотри, у меня грибах есть готовый второй верстак, но он лежит дома. Если ты подождешь, пока я все переработаю, переплавлю, сбегаю домой за верстаком, то второй верстак принесу. Да ладно, не парься, я это. Если что, скрафчу верстак, спасибо. Возьми грибы. Спасибо. И пока я перерабатывал весь свой лут, просто не представляете, как это долго. Я скачал одну программу и решил разработать мой будущий отель. Отель моей мечты. Допустим, смотри. Тут у нас будет холл, и тут комнат у нас не будет. Здесь у нас комната администратора. Шкаф, допустим, будет находиться здесь, потому что здесь защита будет лютейшая, смотрю. Мне кажется, это вполне достаточно, чтобы нормально обитать. Mm-hmm. И тут вот такая есть, смотри, квадратная комната. Угу. Годно. А я со стороны смотри, как он будет выглядеть. Ну и только первые два этажа будут. Внутри я, естественно, все обставлю красиво. Тут у нас будет лифт, который будет подниматься наверх, допустим. Сколько максимально этажей? Я спроектировал свой будущий отель и закупил очень много металла и дерева. И отправился домой. На застройку только первого этажа мне требовалось 50 тысяч камня. Представляете? И это только первый этаж. Поэтому я бегал, фермил, фермил и снова фермил. И тут я услышал очень огромный залп ракет. Это заплевывали моих соседей. Кого там так рейдят? Не меня случайно? Ого! И я решил попытаться их отдефать любой ценой. Понял. Их очень много. На самом деле я понимал, что шансов у меня практически нет, но я решил попытать удачу. Пора отстраивать мой отельчик. Но я не скрафтил двери. Блин, я тормоз. Ладно. Как близко я смогу построиться к складу? Потому что территория мне нужна большая. О, я еще и шкаф не скрафтил. Понимаю. Отлично.
Ну а если ты, именно ты хочешь увидеть продолжение истории с отелем, жми лайкосик и оставляй коммент. И как только видосик наберет 12 тысяч чизеров, выйдет продолжение. Всем пока. И отдельное спасибо спонсорам моего канала.